В Севастополе снесут 3 самовольные постройки общей площадью более 1000 квадратных метров, расположенных на городской земле. Одно незаконное строение обнаружили на участке строящегося индустриального парка в районе Камышового шоссе. Предсуществляющая самовольная постройка – это акционерное общество «Агродромстройпроект». Значит, таким образом, данная организация фактически возведена сооружение бетонное без оснований. По результатам заседания городской комиссии принято решение о наличии оснований для сноса самовольной постройки бетонного основания площадью 215 квадратных метров. Как уточнил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, завод монтировался под строительство Камышового шоссе предыдущим подрядчиком. Еще одно незаконное недостроенное здание площадью 309 квадратных метров снесут в районе Парка Победы. На месте третьей незаконной постройки напротив дома номер 23 по улице Тараса Шевченко оборудуют парковку. Фактически на земельном участке расположен капитальный бетонный объект незаконченного строительства на уровне первого подземного этажа. Бетонный фундамент. В соответствии с результатом геодезических изысканий в план-схеме установлено, что площадь застройки капитального объекта составляет 484 квадратных метра. Объект расположен в границах земельного участка. Правообладателем капитального объекта не был установлен.